В районе 10-го километра Северной кольцевой дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 6 часов утра 12 октября автомобиль ВАЗ-2103 ехал из поселка Северный в город. Водитель решил обогнать карету скорой помощи, не учел особенности транспортного средства, не справился с управлением и съехал в кювет. От удара машину развернуло на 180 градусов, и она оказалась зажата между трубами теплотрассы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир. Он был госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественными переломами. Водитель с места происшествия скрылся, после чего употребил спиртные напитки, был установлен и привлечен к ответственности по статье 12.27 часть 2, это оставление места ДТП, и по статье 12.27 часть 3, употребление алкогольных напитков после совершения дорожно-транспортного происшествия. Вследствие чего автомобиль был задержан на муниципальную стоянку, а водитель был задержан в административном порядке. Помимо административного штрафа и ареста, нарушителю грозит лишение права управления сроком до 2 лет за употребление алкоголя после дорожно-транспортного происшествия.